Пришел, сбросил чеки и победил. Вот так просто. Трое счастливчиков стали обладателями главных призов от компании «Мария Ра» – снегохода, машины и двухкомнатные квартиры. О том, как им это удалось, расскажем далее. Этот сезон был богат на сюрпризы. На лыжах бежали не только за квартирой, но и за автомобилем, снегоходом, путевками на самый масштабный спортивный марафон в Швеции – «Вассалопит». За весь сезон акции «Мария Ра» за квартирой на лыжах ее победителями стали 540 человек. Они получили лыжи, сертификаты на сумму 10 тысяч рублей каждый и коробки шоколадных батончиков «Сникерс». Общий бюджет – более 10 миллионов рублей. Условия акции просты. Купить товары в сети «Мария Ра» на сумму от 500 рублей, на обратной стороне чека написать свои контактные данные и сбросить его на 5-м километре трассы здоровья. Главный подарок – здоровье. Его получает любой, кто выходит на лыжню. С каждым годом на трассе все больше человек. Проводить выходные с пользой для здоровья стало модным среди молодежи и взрослых. Лыжня – теперь место встречи друзей. Самые маленькие бегут по 5 километров, а вот в свои 86 лет Михаил Илюшкин наматывает по 15 километров. Первый раз, говорит Михаил Терентьевич, любовь к спорту преподнесла ему такой сюрприз. Любому человеку рекомендуется много ходить. Это простой вид спорта, удобен каждому, но очень полезен, а тем более на лыжах. На самолете, машине, а потом и на лыжах до крупнейшего марафона «Вассалопит» добрались трое счастливчиков из Алтайского края, победители акции «Мария Ра». На одной трассе почти 16 тысяч профессионалов и спортсменов-любителей. Эта марафонская гонка проходит в Швеции уже более 90 лет. Трассу преодолел и наш земляк Сергей Карпуша. 90 километров он прошел за 6 часов 32 минуты. Я очень рад, что я выиграл там какой-то приз. Я тут не понял снегоход. Ну, наверное. Моему счастью нет предела. Один из главных победителей, Станислав Мелехов, даже и забыл, что сбрасывал чеки на 5-м километре трассы здоровья. Как провести выходные вместе с друзьями и сыном, он уже знает точно. Выходные не за горами, погода шепчет, бери, катайся. Созвонились уже, уже ждут, когда я заберу, поедем. И спасибо, Мария Ра, за такой прекрасный подарок. Еще один главный приз – автомобиль «Форд Фокус». Денис Люняев привык передвигаться на машине, но его собственный автомобиль уже месяц ждет ремонта. И тут… Вчера, когда еще, так сказать, не осязал, не видел, эмоции были одни. Сейчас я понял, что все, что со мной случилось последние сутки, это правда. Что машина действительно будет принадлежать мне. Я на ней буду ездить на лыжню здоровья на следующий сезон. Машина очень понравилась. И цвет, и комплектация, и внешний вид. Как будто управлял им всегда. На новом автомобиле Денис сразу отправился домой. Спасибо компании «Мария Ра». А этого момента, затаив дыхание, ждали тысячи. И у нас остался один кассовый чек и, соответственно, двухкомнатная квартира. В розыгрыше участвовало 165 тысяч чеков. Сам победитель даже не надеялся на удачу. И вот Вадим Бородин с экрана телевизора услышал свое имя. Это сейчас вместе с супругой он уже размышляет над планировкой квартиры. Вот стол, такой большой-большой-большой стол, и так вот два шкафа пенала. А еще пару дней назад Вадим и представить не мог, что станет обладателем двухкомнатной квартиры. В семье Бородиных пятеро детей, так что новое жилье пустовать точно не будет. Нам она очень понравилась. Место... Удобное расположение. Магазин «Мария Ра» рядом. Трасса здоровья рядом. Мы будем ходить в магазин «Мария Ра», собирать чеки. Мы будем участвовать, продолжать. Этот зимний сезон завершен, но уже меньше, чем через 9 месяцев любителей лыжных прогулок ждет много новых сюрпризов от компании «Мария Ра» и ее партнеров. Участвуйте в акции «За квартирой на лыжах» и укрепляйте здоровье с выгодой. Елена Заздравных, Иван Сухосыр, Роман Хайруллин, Анатолий Фукс. Специально для новостей.